Пойдем в парк. Парк, да, парк. Там мне позиция наверху понравилась, где я в прошлый раз сидел. Я пойду сяду. С винтовкой обычной я тоже могу спокойно стрелять. Там прямо за этим. Ну да, там. Красиво. Я пришел прямо тоже там никого не было. Пульмет был справа. Прямо, да. Винтов, да? Ну ладно, там двое сидят, двое. Если гранату кинуть, то нормально. Он прямо в дверях сидит. Блин. А, давай под себя сзав. Тоже идут тут. Второй этаж честь. Можно пойти по кадру. Ложись, Олег. Вот это был хороший выстрел, видел? Да, видел. Блять. Куда я тебя хуя? А, прилетело, блядь. Вася Батарейкин, снайпер. Да, я знаю, его убили. Up, hi, hi everyone. Ух ты, блядь. Да ладно. Свои гранаты все убил. Ты прикинь, если бы обойму всадил в упор и не попал. Наконец-то с ним разбились. Ух ты, блядь. Да ладно. Корен к вам зайду, короче. Сейчас качается. Часы. Вуф, ты будешь с нами, ёпта. Братан, я сам охуел. Еще какой-то микрофон не купил. Вообще не знаю. Не, андроид. Андроид сижу. Да ты как так? А, ну вот захват, захват потихонечку. Коль, ты в рестаге? Я далеко. Подойди в рестаг, давай возьмем. Если ты меня угостишь этой выносливостью, я с удовольствием подошел. А я что, могу тебя так угостить только пизделями? Ну, можно мне пизделей дать. Волшебных пизделей. Давай ты тоже будет. Давай, давай. Red Orchestra on the server. Не видно, что вы ее берете. Не берем. Да, уже не берем. Я слышу, где-то заводится транспорт. Это что за хуйня? Это мне не очень нравится. Больше мне не нравится эта отдышка. А ты, блядь, на самом центре, ёб твою мать. Там видно вместе. Еще раз, брать,
Они в комнате. Две штуки. Где в комнате? Не понял. Срочно. Блять. Кидай гранату туда. Зарезал, понимаешь? Там еще есть. Хорошо. Хорошо зашел, чувак. Молодец. У нас есть 5 минут, чтобы забрать. Уже есть? Блять. Вах. Классно. Слышно. Больше стану. О, какая-то музыка пришла. Тут надо на центре сидеть. Кто музыка пришла? Сложная какая-то музыка. Это как интересно, он так хорошо кинул. Я даже гранату не видал, как она залетает. В туннеле, на выходе. Блядь, ёбаный танк. Ага, пополз. Ты его зарезал, я как раз стрелял в него. Ну, мы сейчас, скорее всего, не были. Надо кинуть гранату, когда уходишь. Над трубой, сразу. Где на входе? Я его зарезал. Умало пишет. Думечка нет? Крайне без права. А вот на другой стороне реки есть. Блять, такие тела летают, я ж перестреляюсь просто. Выползаю, короче, из этого, из самой левой части, и просто на меня валятся трупы наших. Сюда, быстро! Немецкий танк, справа! Дави! Ну, я так понимаю, что это все равно на нашей стороне перевес. Ну, я бы так не сказал, хотя... Слышим перменчик. Ой. Кто такой? Чисто не вернул с половиной. Блять, я по этому холму бегал вообще охуетительно до того, как я был взрывником. Что за хуйня? Вот, блять, это вот называется как? Это Murphy's Law. По-другому не скажешь. Нихуя маршрут! Видели, как маршрут попало сверху? Десантирование с небес было. Блять, русский танк подъехал. Жестко. Танк я подбил, вот у меня зарядов не осталось для обжектива. Пидор опять захватили, да они заебали. Нам предлагают капитулирован. Кто предлагает капитулирован? Русский тур. Пускай сосут наш фашистский хуй, блядь. Хуя мы... Олег, блядь, давай, беги, блядь. Беги, сука, беги! Подорвал? А, ты его зарезал? Да. А как ты его зарезал? Стену, что ли? Да, поверх стены. Не вытащала эту шапку. Блядь, там пулеметчик сидит, короче, в проходе. Охуенно просто. Где эти русские? Дайте мне русского хоть одного. На холме. Видите, слева. Извини. Такое точно ждал.
Да. Да, мне вот это ужит. Кстати, на южном поле не души. На, я его там убил таки. Отомстил за Андрюху. Он надо пропушить с пистолетом. Надо пропушить на южную. Южное поле, одна четверка. Качество по полю. Слева направо. Так, брать на Z, на Z, на Z. Быстрее, видно, что нужно взять. РПГ нужно взять. Пират. Да, я взял РПГ. Да, смотрю, пока чисто. Там вдали ничего нету? А как его теперь взять? Заклон. Нет, я имею в виду в руки взять. Давай. Броневичок у нас на спавне, осторожно. Танк. Такое. Там по нему приехал прямо. Прямо прямиком по мне. И не сдавил. Сдавил? Да. А как так было? Из-за пролета? Я попал между гусеницами, да. Из-за пролета. На, сука! Не попал, блядь! На, ублюдок! Блядь, не попал! Там он справа. Мне писал где-то часов. Сука, бежит! Блядь, не попал по ублюдку! Попал, все, попал. АС 1-2-3 АС, попал, танк. Олег, все. Танк. Убегай, он не залезет на холм, блядь, убегай. Он мне писал где-то в часов 4, я говорил, меня нет. Меня нету в этом тимтиспике, и он, короче, видимо... А сейчас мне ничего не писал, и... Блядь. А, ну, тогда понятно. Короче, не парься. Нормал дал, нет? Я ничего ему не дал, я не видел его. Он не понял, все, я сидел, смотрел видео, короче. Да, потом я, короче, посмотрел, мигает хуйня на телефоне. Видел в канале это самое, у вас там пам, как обычно, видел эту хуйню про ТС. Никак нет! По-хорошему, надо по маршрутке стрелять из ФТРД по колесам, точнее по гусеницам, чтобы она тормозилась. И не пускать их. А гусеницы? Крутить, ну, какого да. Хрена, они уже захватили пушку, на респаун? Работы? Да. Да, они быстро пили. Пилоджи уже есть присутствие. Наверху, на втором этаже справа. Был. Спасибо. Тут прям в упор, у угла дома, внизу лежит. Блядь! Спасибо. Блядь! Бам. Блядь, граната. Блядь, граната. Ты видишь, да, он в комнату бежал один? Да. А, это был, да? Что? Хорош. Фейл. Берут. Ворота не берут. На занозу же. Слева бежит один, слева. Там а не один. Соня. Один занят. Бляха, живой. Так я был. Сзади сад, сзади сад. Да. Пострелил убитку, все. Пострел в этих ебаных мешках, сука. Да что? Ну если, идите нахуй, я хочу за русских, блядь. Какого хуя меня за немцев перекинул? А, чувствует кровь. Арийскую. Нахуй надо, я такой чуть просто все, блядь, наблюдение, блядь. Будьте какой злобный, Коленька. Да, злобный. Меня горит злобный, потому что встанет меня. Коленька, не надо быть таким злобным. Ты проклятые! Не трои мне душу. Заходи за немчиков и мочи. Не буду за немчиков. Они меня заебали. Заходи за дынчиков, блядь. Так, я на олдхаусе. Ну, отлично. Я его свел в полу.
Слушай, позастревай там немножко, мы сейчас его возьмем. Окей. Это будет ГГ прям. Сейчас это мне не мешает. 5 секунд. Ах ты ж, блядь, кого-то убили. Ублюдки. Ну прям чуть-чуть не дохватили, ну ёб твою мать. Ты захватываешь? Нет, да. Прям из-под пули. Бля, все, пиздец. Будь здоров. Спасибо. Расти большой. Уже некуда больше. Отрасти большой. Растет. Подожди немножко, Фабтроникс, подожди, не умирай, дорогой, ты еще слишком молод, давай отхватим точку, и все будет заебись. Ты что, залагавший его убил? Да. Он бил, я по ногам начал рыбить. Ты что, под полом типа был? Да, с этой рыбой. Пятки подрезал.